Так, друзья, у нас тут узбечка, так называемая, как ее назвала, продавщица, сказала, что это самая лучшая дыня, вот, что она 20 лет продает дыни, что именно вот такая вот выглядит вот так вот узбечка. То есть, я так понимаю, узбечка — это значит дыня из Узбекистана. Сейчас ее разрубили и посмотрим, так ли это или нет. Ты ее специально на маленький такие? Чтобы было удобно. Mm. Должен сказать, что узбечка смачная. Да? Цена такой узбечки в городе Рига, в центре, на рынке стоит... Сколько она стоила? 1,70 лат килограмм. Это примерно 2 евро, получается, килограмм. Угу. Такие вот дела. Что пока все. Смотрите Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.